Радостный вечер сестринского общения прошел в Днепропетровской церкви «Дверь в небо». Здесь всегда ждут и ценят каждую женщину. С самого порога они были удивлены сюрпризами. Приятный комплимент на яблоке уже говорил женщине, что она прекрасна. Во время общения каждую женщину угощали кислородным коктейлем, вкусным и полезным лакомством. Это помогало снять усталость и улучшить общее самочувствие после заботливого дня. На этом служении, еще больше хочется Бога обнять, честно говоря. Чтобы помочь женщинам быстрее найти ответы на свои жизненные вопросы, им устроили необычный опросник. Так как не каждому удобно на общее обозрение задать интересующий вопрос, поэтому в этот вечер женщины могли задать вопрос в анонимной форме и получить на него ответ. Нужные советы давали женщины-служители церкви. Большинство вопросов беспокоит женщин, конечно, вопросы о семье, о детях и мужьях, потому что как бы они первостепенны, то, что женщина приходит в семью и сталкивается с этими вопросами. И, конечно, слава Богу, что мы имеем возможность собираться вместе и все вместе решать эти вопросы, давать советы друг другу, которые очень помогают. Спасибо, слава Богу, за это. Очень сильно женщины нуждаются в таких вечерах. Это было видно. Здесь они смогли отвлечься от повседневных забот, получить душевный заряд. Конкурсы, зажигательные танцы, подарки каждой прекрасной половине человечества и, наконец, долгожданные суперпризы. Здесь абсолютно бесплатно кто-то мог получить ряд профессиональных услуг, такие как маникюр, массаж, макияж, фотосессия, консультация диетолога, тренировка пилатесом с личным тренером. Женщины были в восторге. Знаете, такая как елейное сердце. Это просто такой душевный комфорт мы здесь чувствуем на женских служениях. Замечательно. Я получила для себя то, что каждая из нас драгоценна для Бога, и Он дорожит нами. И даже то, что те бури, которые, или пустыни, как это называется у нас, мы проходим для того, чтобы пройти их, укрепиться и помочь потом тем людям, которые еще только входят в эту пустыню. Организаторы таких женских посиделок заинтересованы, чтобы каждая девушка или женщина ощутила счастливой в Боге, любимой, важной и нужной. Специально для христианских новостей Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.